Всем привет! Продолжаем рубрику мини-распаковочки. Сегодня у нас вот такой мешок. Пришло кое-что, тут надо сейчас разбираться. Я уже забыл, что тут у нас. Вот. Так что сейчас быстренько посмотрим и обсудим. Так, первая посылка. Я их повскрывал уже, потому что смотрел, что там приходило. Так, первая посылка — это у нас диск 1.9 с бедлоком. Болтики, все как положено. Вот такой вот алюминиевый. Но один. Продавец не указал с Алиэкспресса, что он будет один. Вот. Я думал, будет их 4 штуки. Вот. Но так как у него неправильное описание, я открыл спор и денежки за него продавец вернул. Вот. Так что теперь красивый диск на какую-нибудь запасочку пойдет. Так, в сторонку. Давайте еще раз покажу. Вот такой вот диск. Сторонку. Так, следующая посылка. Так. Это у нас паяльник для 3D принтера, печатающая башка, голова, сопло 0.4 маленькая. Ну сразу я взял и термопара, чтобы была, вот, и паяльник. Трубочка длинненькая, отдельно я заказывал еще коротенькие, но это у кого какая уже система сделана на принтере. Ссылочки на все, как всегда, найдете в описании. Если они отсутствуют, значит, пишите. Добавим. Так. Еще одна посылочка. Здесь у нас два 180-х мотора. Это фирма VPL. Именно заказывал для Урала. Вот, и заменить на шишиги. Вот, заказывал для Урала уже несколько моторов. Вот, идут как-то все непонятно. Вот эти быстро пришли, хотя заказал я их самые последние. Вот, некоторые до сих пор еще идут. А некоторые пришли вместо 6 вольт, 9 вольтовые. Подключай, а он даже не тянет их, не крутит. Так что вот, будет теперь и на Урал заменить, и на шишигу, потому что там 130-й, тоже мощности нет, поставим 180-й. Так, дальше. Так, это у нас Bluetooth модуль, Music Speaker. Такая вот плата простенькая, воспроизводит с флешки, радио есть. И самое главное, есть Bluetooth. Для чего взялась такой модуль? Модуль дешевый, там, грубо говоря, рублей там 150-200, не помню уже. Вот. Кто подписан на мой Instagram, приобрели мы старый кассетный магнитофон и хочу встроить сзади вот этот модуль, чтобы не было видно, и при включении его как бы начнет все крутиться, а мы будем запускать музыку либо с флешки, либо с телефона. Ну, думаю, будет интересненько смотреться. Вот старые бобины крутятся, а музыка свежая. Попробуем по переделочке. Видео, я думаю, тоже будет на эту тему.
в рубрике «Лужу паяю». Тоже стороночку. Так, дальше. Пришло седло на велосипед. Накладочка такая на тоненькие седелочки. Конечно, это не в эту рубрику, но все равно. Вот такой долгой поставки я еще ни разу не видел. Месяца, наверное, 4 или 5 уже прошло, как я ее заказал. Заказывал еще я по весне, уже осень. Продавцу пишу, забыл открыть спор, кстати. Продавцу пишу, обратитесь, говорит, во внутреннее отделение. Я говорю, какое внутреннее отделение, если у нас даже трек не отслеживается. Ну, короче, ладно, пришла и пришла. Вот. Пускай будет. Так, дальше. Что-то еще у нас есть. Так. Регулятор оборотов. Регулятор оборотов маленький. 30 ампер. XT60 сразу припаян. И он для БК-мотора. Есть у меня такая идейка. Сделать какую-нибудь из своих тачек на БК-моторе. Загерметить все, чтобы не боялся влаги. И не останавливался, грубо говоря, в лужах. Возможно, это будет наш КРАС. В принципе, он тоненький, удобный. Где-нибудь его приделал, вывел провода в стороночку. Ну, посмотрим. Как говорится, время покажет. Вот такой вот недорогой регулятор оборотов. Повторюсь, на 30 ампер. Так что сильно мощный мотор сюда мы с вами не поставим. Что-то еще есть, секундочку. Так, смотрите, пришли вот такие штучки. Давно хотел заказать. Это для ВПЛ мостов. Значит, выход под шестигранник металлический. Сюда мы ставим подшипничек, я так думаю. Вот. На кулаки. И затягиваем на любой уже привод. Соответственно, для чего я их взял? Можно регулировать ими. Будет именно ширину клеи. Грубо говоря, пластиковый можно мост подпилить, отпилить кусок, сдвинуть и откусить нашу ось. И, соответственно, заузить. Взял, чтобы попробовать на буханке, потому что мост широковат туда. Посмотрим, как получится или нет. Если не получится, значит просто установим на обычный мост. Вот. Вот такая вот интересная штучка. Будем мастырить. Взял на пробу две штучки. Если все получится, можно будет переделать все модели. Угол поворота должен, выворот должен увеличиться на порядок. Так, это мне привезли сверлышки. Сверлышки привезли от 2,2 до 3 мм. Где-то с шагом 0,1, где-то с шагом 0,2. То бишь 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,7, 2,8, 2,9. Вот такие будут сверлышки. Сверлышки нужны, чтобы, ну, я рассверливаю отверстие в пластике после принтера, 3D принтера, чтобы не гаечки ставить, а можно было заворачивать прям болтики в пластик. Вот, делаю заполнение немножко побольше. Вот, рассверлил, чтобы не треснуло ничего, и нарезал резьбу. Так, и еще одна посылка, но это... Мы грузы заказывали. Это держатели простыни для под матрас.
зацепляется крест-накрест по углам, такие диагональчик получается, подтяжки я их назвал, и получается просто не задирается, потому что угол там подвернут. Вот такие вот штучки. Так, ну все, тут все. Далее самое интересное. Да. Вот такая штукенция пришла. Так что раз, два. Три. Вроде все. Приобрелась вот такая вот туринг модель. Дрифтуха. Полноприводная. Конечно, многие скажут, нафиг она нужна. Вот, сейчас популярнее все-таки РВД направление. Но мне охота вот в таком классе покатать. У меня уже есть одна модель, тоже туринг. Вот, так что это будет ей либо дополнение, либо, если это понравится больше, можно будет ту продать. Так, полностью РТР комплект. Как продавец сказал, выездов было несколько. Два или три. На родных колесах один раз только прокатилась. Приобрелась у человека, у которого уже не первый раз я заказываю. Вот, уже брал я у него несколько моделей. И Рэма Хобби брал. Вот, и Well Toys брал. Вот, и в этот раз тоже не устоял я перед очень вкусным предложением таким. И решил приобрести вот такую вещь. Открываем. В этой, кстати, посылочке будет несколько посылок. Так, аккуратно. Первым делом здесь у нас еще вот такой вот небольшой квадрокоптер с аккумчиком. Вот. С GPS-ом. Называется MGX BIX 2 SE. Full HD камера. Квадрокоптер пришел на ремонт, так как у него было столкновение с птицей, он упал и отломился один мотор. Моторчики БК. Вот. Так что попробуем, сможем ли мы его восстановить. Разберем его полностью. И если все получится, полетаем с вами. Комплектация у него полная. Значит, и аппаратура. Все нам прислали. Аккумулятор. Ну, аккумулятора хватает где-то минут на 15. Вот, как заявлено. Ну, в принципе, я так понимаю, что в этот кейс можно любой 2С аккумулятор запихнуть. Посмотреть по мощности. Лишь бы не сильно тяжелый был, чтобы наоборот вниз его не тянуло. Разберем, посмотрим. Получится отремонтировать, отремонтируем. Так что следите на канале за ремонтом. Вот, квадрик летает по точкам, может следовать за тобой. Вот, ну, посмотрим, короче. Никогда не было, не знаю даже. Будем смотреть, что и как. Так, пока в сторонку его. Так, к нему зарядка. К нему
подниму винты. 4 винта. Крепление под телефон. Еще 2 винта. Еще три винта. А, запасные. 4 на нем стояло и 4 запасных. Так, и зарядка. Переходник. А, это уже для машины, скорее всего. Это у нас идет для нашей тачки. Комплект запчастей. Ключик баллонный не открытый, запчасти не открытые, отверточка. Аккумчик гидрит 2000 мА. На танке у меня такие же. Туда мы по-любому лепошку поставим. Стандартная аппаратура. О, какой-то еще. Не знаю, ключ какой-то. Или где-то распор какая-то. Не знаю, что такое этой штукой делать. И наша модель. Сейчас я коробку уберу. И наша модель. Охренеть. Кузов разборный, бампер отсоединяется. Так что если расфигачимся, что-то можно будет заменить. А заменить можно будет только задницу. Так. Та-дам. Ну да, как и сказал, корочка вся в идеале. Смотрите, нигде не бахнуто, ничего. Вот такой у нас Мустанг будет. Так, пока что корочку сюда. Что у нас здесь, значит? Стандартный регулятор оборотов. Мотор. А вот тут, кстати, классное крепление металлическое. Привода металл. Тут все цело. Все крутится. Все вертится. Ну ничего так, ничего. Чик, выворот хороший. Надо будет, кстати, сравнить со второй моей моделью. Подвесочка, ух, очень жесткая. Очень жесткая. Можно будет немножко приподнять. Регулировки, в принципе, есть. Сейчас зарядим аккумулятор и попробуем. Так, ну все, собираем. Зарядим аккумулятор, тогда протестим.